Блин, ну почему я в детстве не любил физику? Теперь мне уже никогда не построить машину времени. Никогда не вернуться в то время, когда все было нормально. Когда мы были вместе. Я бы мог переместиться во времени и все изменить. Помню, я сидел на кухне, смотрел на нее, когда она бралась за уборку в своих коротеньких шортах. Я не мог оторвать от нее глаз. Когда она ловила мой взгляд, улыбалась в ответ, воодушевленная моим вниманием. Нет, не просто улыбалась. Она светилась, сияла. Словно мой взгляд включал в ней какую-то секретную иллюминацию. Она была как живая новогодняя елка. Такой, знаете, Лас-Вегас в коротких джинсовых шортах. Потом начиналось какое-то невероятное эротическое шоу. В общем, уборка завершалась, едва начавшись. Каждый день был как воскресенье, будто случилась какая-то аномалия. И все дни недели – выходные. Сбылась мечта школьника. Казалось, что это счастье никогда не закончится. Как не может закончиться солнечный свет или воздух. А потом... Я помню тот момент, когда я понял, что все изменилось. В какой-то момент, поймав мой взгляд, она смутилась, как будто за ней наблюдал какой-то посторонний чужой человек. Смутилась, переоделась. Надела какие-то спортивные штаны. Она не хотела, чтобы я за ней смотрел. И вот это был знак. Гигантский предупредительный знак. Как на этих лесных дорогах. «Осторожно, лось! Здесь бродят лоси, не разгоняйтесь!» Но тебе пофигу, ты несешься, не замечая никаких знаков, никаких лосей. Если бы я смог уловить ее в состоянии и сказать: «Эй, малыш, что случилось? Давай поговорим». Она просто искала во мне доказательства того, что ей не нужно никуда уходить. Что это все еще можно изменить. Она хотела, чтобы я проснулся и спас ее от ее же желания. Да, она хотела, чтобы я избавил ее от ее же желаний. Она молча кричала: «Осторожно, лось!» Она молча говорила: «Я не хочу уходить. Не дай мне уйти! Слышь, не дай мне уйти! Придумай что-нибудь!» Молча, потому что если бы ей пришлось все объяснять, она снова не поняла, нужна ли она мне. Да я сам должен был все понять. Я мог бы ее услышать, что-то сделать. Я мог быть легким, смешным, забавным, глупым, ироничным, обаятельным. Да не знаю, каким угодно. Я мог бы сбегать за бутылочкой вина, или нежно поцеловать ее грудь, кофе сделать с молоком и без сахара. Да я мог бы перевернуть ситуацию. Я могу все изменить, объехать лося. А вместо этого я спросил: «Ну так что, я не понимаю, мы идем на голодные игры или нет?» Она замолчала и ушла в себя. Втянула голову, как маленькая, одинокая, грустная черепашка. А я этого не увидел. Или сделал вид, что не увидел. Я не знаю, какое этому научное объяснение, но каждый раз, когда она хотела, чтобы я ее выслушал, я хотел чипсов. Или телек посмотреть, почту проверить. Мало ли важных дел на свете. Я уходил от разговора, улетал в другую галактику, подальше от этих одиноких, но все еще бесконечно любящих меня глаз. Включал режим овощи. Это всегда срабатывало. Никто не будет грузить овощи своими проблемами. На это и был весь расчет. Жить, но как бы и не жить. Быть вместе, но как бы и не быть вместе. Это так странно, как в школе. Ты учишь стихотворение не потому, что любишь поэзию, а чтобы от тебя отстали. Поэтому не включайте овощи. Посмотрите ей в глаза прямо сейчас. Хотя бы секунд 10. Освещение всегда меняется, поэтому ее глаза, ее взгляд, ее лицо могут показаться вам совершенно новыми. Рассмотрите ее. Познакомьтесь с ней заново. Не привыкайте к ней. Смотрите на нее, как в первый раз. И выключите вы Лигу Чемпионов, там уже все понятно. Наша и так вылезет. Халку достаточно внимания, вот ей нет. Она хочет, чтобы вы ее услышали. Посмотрите ей в глаза. Спросите, что ее волнует. Если все окей, круто. А если нет, самое время все исправить. Каждую секунду мы можем все изменить. Все перезагрузить, начать заново. Да блин, все возможно, пока ты жив. Выключай Лигу Чемпионов, включай жизнь. Куда ты летишь? Там нет ничего.